тут кот залазит на кусты, где я повесил мясо для жуланов. Грызет мясо. Идет снежок. Сиамский кот. Меня увидал. Там второй кусок. Замер. А-а-а. Вон в чем дело. Тут второй кот подошел. Это я мясо повесил жуланом. Думаю, что он замер там. Тут он там замер. Куда же тот черный делся, второй кот? Этот меня заметил теперь. Я его подкармливаю здесь, но он боится. Это сиамский кот. Красавец, залез как. Это я высоко на рябину, на калину повесил куски сала говяжьего. Ну, тут дует снегопад. Это мне не очень удобно снимать. Но все же понятно. Пошел вниз.
Ой, Котя хороший, Котя замечательный. Ой, да как он идет, ой, идет как, домой пошел, где-то там живет. Ну, Котя, 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 киса, кс-кс-кс. Ну, чего ты так пошел, кс-кс. Пойдем, я тебе мясо дам здесь. Я его подкармлю мясом. Это вот на Калине кусочки мяса. Ну, там уже жуланчики подлетели, клюют. Не уловишь, где они. Вот они. Их тут много, целая стая. Они эгоисты такие, жуланы, только по одному. Но когда мясо едят, то с разных сторон. А воробьи эти компанейские, они кущи. Вот так. Я им взял, вот они лезут, кошки, а тут вот коробка у меня, коробка, вот она, я ее поднимаю, в ней прорезал дырки, ну а там что у меня, семечки, там всякое, от голубей отхода, они вообще любят мелконькое такое, вот трава тут попала еще, убрать, наверное. И вот дырочки прорезал, они в них залазят. Вот они где. Вот, тут почти уже нет. Вот хорошо, что подошел. Издалека, чтобы видно было, я отойду, а то у меня под окном. За этим окном я сижу за работой своей. Вот оно как. Коробку вторую на эту надел. Вот она проходит у меня. Вот она коробка. А внизу коробка стоит такая. Вот обыкновенная коробка. Вот сейчас я пойду за семечками, отходов насыплю и рядышком с двух сторон. И вверху там он сделал решетку такая, там мясо с жуланом. Сороки прилетают, гляжу, дальше дятел прилетел и долбит сидит. Мясо, интересно. Вот они где. Сколько их тут уже прилетело-то. Ну, они даже если вот так прилетели вместе, то они по-прежнему эгоисты. Вот он один, я разлетаюсь, уже брось. А там на кусту у меня еще висит. Вот и кот один сорвал там кусок мяса, унес. Даже два сорвал. А большие привязанные, он не может сорвать их. Залез и там жует на месте. Вот они где у меня, вот они. Красавчики мои, сибирские. Как Господь украсил. Щечки беленькие, шапочка черненькая, жилетка у него вон какая, вон как они. Вон сколько их сегодня тут. Руки замерзли, то бы еще поснимал. Вот они где. Вот в окно я их вижу. Прекрасно. Котя ушел. Второй раз я его пытаюсь снять. А, тут еще один какой-то забежал серый. Это котики ходят. А голуби-то у меня где? Вылазят или нет сегодня? Надо посмотреть сначала. Есть голуби у меня или нет? А, вон они где. Я даже не видал их. Ну, конечно, есть. Один коричневый, остальные белые. Сейчас я стану аккуратно здесь и покажу, где они у меня. Вот они, голубки мои. Ну, не все, конечно. Одна у меня в комнате, в ящичке живет рядом. Я ее каждый день на руках держу. Но что-то не вижу, где вот этот. Между трубой вот этот коричневый сидит. А, вот он. Они породистые все, с хохолками, с шиньончиками. Так,
Ну а эти что? Мясо облепили. Едят мясо. Жуванчик он такой, плотоядный. Вот они, где на мясо садятся. Ой, не могу, весь аппарат засыпало снегом. Ладно, пойду. Вот уголь маленько не занесли, не вошел на улице. Дровяничок Игорь привез в щурки. Сережа тут поколол их. Ну, вот домой иду. Ой.